Такой у нас тортик получился с подтеками шоколадными, украшенными демсиками, крем сливочно-йогуртовый и обмазали творожным. Делаем крем для торта. Берем 100 грамм сахарной пудры, 2 загустителя для сливок, 400 грамм сливок 30% и взяли вот 8% йогурт, это нужно 200 грамм. Все ингредиенты мы смешиваем в одно целое в кастрюльке. Всыпали все ингредиенты, кроме вот этого 7%, это будет в конце. И взбиваем. Взбили крем до густых пиков. Вот такой вот он получается крем. И сейчас будем мы выкладывать вот такой вот силиконовой лопаткой осторожно йогурт. И осторожно перемешивать. Выкладываем йогурт осторожно лопаточкой. Вот так вот его выложили. И осторожно, чтобы одновременно такой массой сделать красивой, перемешиваем именно лопаточкой. Получается однородная масса йогуртовая. Оставляем его на несколько минут, пока будем выпекать коржи для торта. Для коржей берем 160 грамм муки, 2 яйца, баночка сгущенки и 1 столовая ложка разрыхлителя для теста. Добавляем сгущенное молоко. Все хорошо перемешали. Разрыхлитель добавляем постепенно муку, просеянную вместе с разрыхлителем. Добавили муку, все перемешиваем до однородной массы. Так вот должно получиться для выпечки коржей. Такой густо, такая как бы немножко сметанообразная. Выкладываем мы силиконовый коврик на противень, вот так вот. И начинаем выкладывать тесто. Выкладываем тесто. Вот у нас здесь до 19 сантиметров. Здесь получается, что 2 столовые ложки, ну, сверху. Это готовый корж, уже выпеченный. У нас получилось 7 коржей. Вот таких. Сейчас мы начинаем собирать торт. Сливочно-йогуртовый у нас крем. И будем бананы прослаивать через корж. Разложили мы весь крем на 6 коржей. На 7-й, последний, который будет вверху, мы не накладываем. Размазываем по всему коржу крем. И вот так вот следующий промазываем корж и накладываем один на один. Вот так вот проложили бананом. Вот такой у нас получается он высоты. Последний ряд вот этот мы не промазываем. И сейчас этот торт мы делаем сверху, сделаем такой пресс. Оборачиваем ее пищевой пленкой, чтобы никаких посторонних запахов не было. Ставим его в холодильник на несколько часов. Ну, мы ставим его на ночь. Делаем сливочный крем чиз. Для этого берем 100 грамм сливок, 400 грамм сливочного сыра и пудра. 50-60 грамм. Все это перемешиваем и будем обмазывать бока торта. Такой вот должен консистенции получиться у нас такой крем. Открываем торт творожным кремом бока и вверх. Вниваем бока и вверх. Наносим мы шоколадные подтеки, делаем. Вот такой вот в разрезе у нас получился торт.
аппетитный, такой красавец, такой вот тортик. Вот так в разрезе. Давай, Матвей, дегустируй тортик. Так. Вот, ну вот так. И скажи всем, как тебе он. Ну, мнение торта. Пальчик вверх, да? Ну вот, все, ребенок сказал свое дело. Дегустирует бабушка за внуком. Скажу вкус. Нежный, действительно нежный. Вкус банана прекрасный. Крем бесподобный, прослойки отличные. Смотрите, как, какой он рассыпчатый получается. И крем. Торт действительно нежный. Вкусный, очень даже вкусный.